Интонация недели театральная. Форум «Мартконтакт» привлекает не только преданных театралов, но и широкую публику. Жизнь бурлит на театральных площадках областного центра, в залах аншлаги. Журналисты ищут свободную ступеньку, чтобы хотя бы глянуть на постановку. Конечно, впечатляет статистика «Мартконтакта». За неделю 22 спектакля из 10 стран. Но еще больше впечатляет творческая молодежь. Именно молодые могилевские артисты эффектным мистическим перформансом торжественно открыли «Мартконтакт». Духи театра готовы работать за идею, но за идею творческую. А фестиваль, который по счету, а? Вот так в Могилеве открылся международный молодежный форум «Мартконтакт» и задал тон всей весенней театральной недели. И творцы, и зрители ценят в «Мартконтакте» разнообразие идей и свободу творчества. Не знаю, попадаешь в какой-то другой мир, более возвышенный, более приятный. Каждый год на «Мартконтакте» более 80% афиши – это новые театры, причем с десятка стран. Увидеть их в спектакле вне форума практически невозможно. Поэтому в Могилеве ценит и «Мартконтакт», и театр вообще. Как сегодня в такой сложной ситуации, можно сказать, ну, жизненной, у каждого свой есть какой-то негатив, приходишь в театр, ты все свои положительные эмоции получаешь здесь и выходишь совсем другим человеком. Театр не удивит никого высокими рейтингами, но именно этот вид искусства имеет преданных поклонников. Его смысл – настоящая человеческая коммуникация. Потому что это живое искусство, это обмен энергией, это энергия от артистов, энергия от зрительного зала, это что-то рожденное, что-то новое, и поэтому он живет, и я думаю, что будет жить еще многие-многие лета. Наилучшие пожелания добрых театральных духов и надежды публики, похоже, сбываются. Спектакли разные, и они впечатляют. «Месяц в деревне» показал театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля. Зрители хотят видеть новое интересное прочтение классики. Это в традиции «Мартконтакта». Питерцы представили свой взгляд на старую историю о любви, написанную Тургеневым более чем полтора столетия назад. Проблема любви, проблема мужчины и женщины вообще, насколько они соединяются в этой жизни, насколько нет, насколько они, наверное, как две абсолютно несостыкующиеся планеты. Поэтому мне кажется, что современно просто история мужчины и женщины всегда. А это спектакль «Король умирает» по Эжену Ионеско. Работа режиссерской лаборатории ученики Туминаса при театре Вахтангова и театральном институте имени Щукина. Попытка запечатлеть момент между жизнью и смертью смело и кажется с иронией. Что такое момент, когда человек, кто бы он ни был, король, журналист, актер, понимает, что вот этот шаг в вечность, в неизвестность, непонятно куда, но шаг, после которого ты не знаешь, будет там что-то или не будет. Хороший спектакль обязательно что-нибудь открывает для зрителя или в нем самом. Открытия в Могилеве должны быть уверены на «Мартконтакте». Мне подается, что нам не хапая супереживания, коли мы нечто робим разом. Мы зараз такие все индивидуалисты, индивидуалисты. А у театра мы можем собраться и отчуть, что есть некая супольность, и ты до ее долучена, ты у ее, и ты переживаешь разом с иншим человеком. То, что происходит на сцене, происходит здесь и сейчас. Спектакль в следующий раз будет совсем другим. Но каждый раз эмоция будет настоящей, как на каждом спектакле могилевского «Мартконтакта».